хочу снять, показать, каких размеров клубника. Не подскажете сорт, как называется? Азия. Азия. И это тоже такой формы, это Азия? Ну, вот так она опылилась. А, ничего себе. Ничего себе. А это обычное, или без названия, да? Почему московская, то она нас жарилась так. Вот выращивают, наверное, теплицы. Как выращивают, наверное? Теплицы, да? А у меня просто на грядке. Понятно, спасибо. Это я на рынке в Новосибирске. И вот это пробуйте, на другой снимал там, что это не твои места, мое, я к вам. Чесночные стрелки. Вот, другой вкус, видите? Это мое личное дело. О, огурчики. Какие выросли людей. Ну, это вот по старинке. Земляника. Скоро у меня, наверное, вырастет много рода. Арбузы. Ну, не буду я с собой брать арбуз, вряд ли он вырастет. Редиска. Вот земляника. Шиповник. А, шиповник это. Похож на землянику. Так, ладно, пойду я к Вове. Это я приехала Вову забирать. А он что-то позвонил мне, что надо или задержаться, или пораньше, так и не поняла. Вот. А сюда уже вряд ли будем когда-то приезжать, а я здесь увидела. То есть это вообще, в принципе, центр. Я увидела, где это находится. Бассейн «Спартак», торговый центр «Москва». А здесь гастроцентр или гастрокорт. Я что-то такое слышала, что это гастроклуб, гастрокорт. Где-то здесь, на втором этаже. Вот я предлагала Матвею поехать со мной. Вот лавка. Нет. Требуется парикмахер. Можешь пойти парикмахеру. Целлерский дом. А, вот еще же рынок. Короче, еще рынки существуют. Рассада клубники, наверное. Порт через центральный въезд. Помните, я шла в прошлый раз по той стороне, там где аэроклуб или что? Рыба, рыба, рынок. Не знаю, даже можно сюда заходить с телефона. Такой кар и сажаем, а мы не поймали в этом году первый. Далеко не пойду, тут просто плавают. В общем, не буду ходить. Свеженькое все. В прошлый раз, когда первый раз я здесь шла, мне показалось это, ну, настолько что-то такое, ну, как забегаловки какие-то. А потом идешь, привыкаешь ко всему. Вот уже металлодетектор. Лев, зоба. А здесь уже Восточный базар.
Это явно искусственное. Муж ждет, а Наталья по гастрокурту. Ветеринарная аптека, Сибирский сад. Ой, Сибирский сад, кому что? И почему они такие? Потому что, может быть, машины становились задом и выхлопной трубой на них. Непонятно. Джуманджи зоомагазин. Нет, не пойду. В общем, вот гастрокорт. Может, там вкусно кормят. Цветы. Дыни. Смотрю на здание. Все в разнобой. Все. Интересного здания, а там не знаю какого года, а там часы. Сейчас с часами не делают. Возьму. Может быть, это последний писк Советского Союза архитектуры. Кебаб Кинг. Кебаб Кинг. Я испугалась сначала. Сначала не поняла, что происходит. Вот так как-то голову поворачиваю, смотрела налево, потом раз и направо. Центральный рынок, это оказывается. Собака сосиски. Миника какая его. Каждый занят себе. Эти позы все такие. Всем привет, доброе утро, страна. Сейчас я встречусь со своим мужем, надеюсь, у него все хорошо. Что-то с утра он суетился, то приезжает, то не приезжает, то рано, то поздно. Сейчас ему должны выписку дать, документы. По идее, с этими документами мы должны подойти на кассу, нам должны сделать перерасчет, потому что мы оплатили 200 тысяч. Это то есть, с учетом, если бы мы делали здесь анализы, это всю диагностику. А в конце вот, сегодня должны пересчитать и вернуть на карточку. Посмотрим, сколько обошлось. Потом, я так понимаю, нужно взять документы для налогового вычета, да? В следующем году можно будет подавать. Вот. Ну и домой, ну, не знаю, дадут ли ему направление на реабилитацию. У нас есть Ортос, такой центр для реабилитации после замены сустава, ну еще разные больные, колясочники. Ну, Вова говорит, не знаю, вот вряд ли, если мы платно лечились, вряд ли дадут, да он и не хочет. Хотя, по-хорошему, я бы лучше, чтобы он, ему дали направление, он бы понимал, какие упражнения делать, какие можно, какие нельзя, потому что он сам может напридумывать себе, сегодня делает, потом завтра болит. Там, не там, не знаю. Ну, нужно какие-то же упражнения делать, чтобы восстанавливались. Еще
чувствительность пальцев, пятки. Пойдем посмотрим. Я тебя просто похудел на 20 килограмм. Талия осиная, в поясе, смотрите, идет. Лицо не хочет пока, кофеек без сахара. Конечно, чуть-чуть прихрамываешь ты. Я прихрамываю, потому что она же на носок не штанует. Ага. Болит тебе сегодня, лупанули уколчик, да? Нет, сегодня не ставили, вчера вечером. Ой, нам надо машину. Влево. Сегодня я не успел. Надо было хотя бы, чтобы поставить. Оно, нога болит, когда на унитаз садишься, достаточно будет, когда, в том месте, где раньше болела. Ну, долго сказал, 15-20, говорит, можно сидеть, кушать? Я говорю, нет. Там что? Или лежа, не хочу, чтобы там. А завтра болит внутри. А анализы, воспаления там есть? Ну, прикрыли все есть. Не, ну тебе не сказали, что все нормально сказали? Там сои, рои эти. Ну, антибиотики. Ну, я только начала прочитала. Антибиотики тебе же не ставили, да? Ну, не загнивается, не воспаляется. Ну, мне вернули 20. 3000. Главное, что мне сои брали анализы, сырки брали анализы. Тут? Вообще анализ крови брали. Просто интересно. Ну, брали потом, когда операцию сделали. А-а-а. Я очень, конечно, расстроился, но пришла с пробирками анализы брать. Ну, думаю, сейчас полечу я отсюда пинками мне. Контакт, говорит, ну, этот... Резус-фактор. Проходи, почему стоим на дороге? На резус-фактор? На резус-фактор. Вы у меня же есть. Ну, так положено. Есть. Мы уже каждый анализ боялись, чтобы вот уже есть анализ хороший и достаточно. Ладно. Так, звони по телефону, такси вызывай. Вернулся в семью. Началось. Вот сейчас мы окрошечку он сделает, салат. Он теперь может стоять. Недолго. Ну, еду же приготовишь. Такая помощь. Мне облегчение.